Давным-давно, еще в каменном веке, жил да был один человек. Ни читать, ни писать он не умел, да и не хотел этого уметь. Звали его Тегумай Бабсулай. Это значит человек, ноги которого никогда не спешат. Но мы будем звать его просто Тегумай, чтоб было короче. У Тегумая была жена, которую звали Тешумай Тевиндро. Это значит женщина, которая задает слишком много вопросов. Но мы будем звать ее просто Тешумай. И была у них маленькая дочка, которую звали Тафамай Беталумай. Это значит девочка, которую нужно хорошенько отшлепать за то, что она такая шалунья. Но мы будем звать ее просто Тафи. А теперь слушайте меня и слушайте внимательно. Как-то раз Тегумай пошел через болото, в котором водились бобры. И вышел к реке, чтобы набить к обеду карпов. Тафи пошла вместе с ним. У тебя же есть другое копье, сказала Тафи. Хочешь, я сбегаю в пещеру и попрошу его у мамы? Нет, сказал Тегумай, это далеко для твоих маленьких ножек. Попробуем как-нибудь справиться с нашей бедой. А в это время по берегу реки шел незнакомый человек. Трин-трин-трин-трин-трин-трин-трин-трин-трин. Я хочу, сказала Тафи, чтобы ты пошел к моей маме и попросил у нее другое копье для папы. Но незнакомец не понял ни единого слова, потому что он был из далекого племени Тевара. Незнакомец оторвал от березы кусок коры и дал его Тафи. Этим он хотел сказать, что душа у него белая, как береста, и что он никому не желает зла. Но Тафи поняла его по-своему. О, ты хочешь узнать, где живет моя мама? Сейчас я нарисую тебе несколько картинок, и ты все поймешь. Смотри, это папа ловит рыбу. Трам-пом-пум. Он не очень похож на себя, но мама узнает. Я нарисовала, что копье у него сломалось. А теперь я нарисую другое копье. Дзинь. Черное, которое надо принести. Это я. Я стою и посылаю тебя за копьем. Волосы у меня не торчат во все стороны, но так рисовать легче. Это ты. В твоей руке копье, чтобы ты не забыл взять его у мамы. Незнакомец подумал. Наверное, где-то здесь происходит большое сражение, и эта девочка хочет, чтобы я позвал на помощь все ее племя. Теперь смотри, сказала Тафи. Ты дойдешь до двух деревьев. Вот они. Трам-пам. Потом поднимись на горку и пойдешь через бобровое болото. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Я не умею рисовать бобров целиком, поэтому нарисовала только головки. Сразу за болотом будет наша пещера. А вот моя мама. Хи.
Ты покажешь ей эту картинку, и она даст тебе папино копье. Незнакомец сказал себе: теперь я понимаю, почему папа этой девочки повернулся ко мне спиной. Он боится, что враги притаились в кустах и могут увидеть, как он дает мне поручение. А эту мудрую девочку он попросил нарисовать страшную картину, чтобы я понял, в какую беду они попали. Что ты там делала? Спросил Тегубай. Это секрет, ответила Тафи. Ты даже не представляешь, какой это будет для тебя сюрприз. Незнакомец бежал так быстро, что даже запыхался. Трынь, 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 трынь. И вдруг он наткнулся на Тешумай. Это ужасно, сказала Тешумай. Он проткнул моего Тегумая копьями и так напугал Тафи, что волосы у нее стали дыбом. Незнакомец принес мне картинку, чтобы похвастать своим злодейством. Смотрите, у Тегумая сломана рука. В спине у него торчит копье. А вот человек, который собирается бросить второе копье. А там целая шайка злодеев. Тегумайское племя решило отрубить незнакомцу голову. Но раньше пусть покажет, где Тафи. Умбарикиду, тумбарикиду, умбарикиду, тумбарикиду, умбарикиду. Дорогой мой, а где же злодеи, что проткнули тебя копьями? Тут не было злодеев, удивился Тегумай. Но ведь он принес нам ужасную картинку, сказал вождь. На ней ты весь утыкан копьями. Хи-хи-хи, заговорила Тафи. Это я дала ему картинку. Я хотела, чтобы незнакомец принес нам копье. А чтобы незнакомец не забыл его принести, я нарисовала копье несколько раз. И никаких злодеев на картинке нет, это просто головы бобров. Я же не виновата, что на коре было мало места, и вышло так, будто копье проткнуло папу. И тут вождь закричал: сейчас же развяжите незнакомца. О, девочка, которую нужно отшлепать за то, что она такая шалунья. Ты сделала великое открытие, и когда-то люди назовут его умением писать. А покуда вместо писем мы будем посылать друг другу картинки, правда, из-за картинок может снова возникнуть путаница, но настанет день, когда мы придумаем буквы, научимся с их помощью читать и писать. И у нас не будет обидных недоразумений. Вот будет здорово, сказала Тафи. Смотрите, вы принесли сюда все копья, какие есть в нашем племени, кроме одного. Черного папиного копья. Умбарикиду, тумбарикиду, умбарикиду, тумбарикиду, умбарикиду, пум.